Вот еще один сказочный домик. Угадайте, для чего? Как говорили в детстве у меня в общажном, кафедра философии. Не можете подумать о вечном. Всем горячий привет из Перу, друзья мои. Мы находимся в джунглях Амазонки. Здесь есть маленький городок, в котором живет 15 тысяч людей. Называется Наута. Или Наута. У каждого по 6 детей. Все очень религиозные и бедные. Чем беднее локация, тем больше они верят в Бога. Но при этом добрые. Ну, некоторые... короче, надо смотреть. Тут всех так не опишешь. Да, но у всех много детей. Всегда. Гидроамбулансия. Охренеть. Вот там даже лодка есть, вот это. Это даже скорая помощь. Типа. Просто Венеция, понимаешь, южноамериканская. Да, это Южная Америка. Здесь мы находимся очень близко от экватора, поэтому дождь идет почти каждый день. Дорог нет автомобильных, поэтому выбраться отсюда тоже очень сложно. Еще сложнее, чем добраться. Очень много комаров, грязи, вони и так далее. Диких животных, птиц, крокодилов, змей, пауков. Ну, в общем, здесь есть вся живность Амазонки. Вот такие вот дела. Впереди много интересного, друзья. Не забываем подписаться на этот канал, ставим лайки, жмем колокольчики. Горячий перуанский привет из джунглей Амазонки. Делимся роликом с друзьями, пишем комментарии внизу. Колокольчик делаем черного цвета возле кнопки подписаться, пожалуйста. И ставим лайк этому видео. Смотри, мужик прямо умывает себе физиономию. И вот видите, вот, прямо по центру кадра умывается. А в этой воде, грубо говоря, вся таблица Менделеева. Сейчас поехал транспорт. Такси поехало местное. Кто заказывал такси? Дама с ребенком поехала. Так и живем, братцы. Зато есть кондоры. Смотри, какие красивые птицы, огромные. Это не то гриф какой-то, не то... Не, это не кондор, это какой-то гриф. Маленький такой. Орель. Вон там ремонтируют технику разную, продают разный инструмент. Стоят люди, ждут чего-то. Впереди много интересного. Пишите вопросы внизу в комментариях. Спасибо всем за просмотр. Пусть будет мир. Увидимся на краю света. Покорим планету вместе.